немцы жили какие-то. Я не видел. Я болел, у меня есть справка. Да что ты брешешь, какая справка, а? Подъем! Подъем, я сказал! Ну что, вспомнил, хлопчик? Вспоминай! А теперь признаешь, жнеденыш? Вот так! Вспоминай! Вспоминай! Вот так! Признаешь? Не признаешь, курва? Макола, где фляга? Отлить его водой и относить в комендатуру. Нехай немцы сами его допрашивают. Что ты разлегся? Подъем, Ты что, Что-то как не человек. Ты же видишь, он полуживой. Ну нехай сам и тащи его до комендатуры, раз такой влюбленный. Давай, поднимай! Держись, Вить. Здоровый. Дурак! Надо было бежать, а он с пионерским задором немцам прямо впасть. Так Витя хотел как лучше. Витя никого не выдаст никогда. Ну да, стойкий оловянный солдатик. Да немцы таких людей ломали. Под пытками не такие мужики сдавались. Хотел как лучше. А получилось плюха. Всех он подвел, понимаете? Так может вы что-нибудь придумаете? Что придумать-то? Вчетвером на комендатуру напасть? Так, у Вити есть справка. Почему вчетвером? Есть... Давай нападем всем ну, отрядом. Подожди, у Вити справка есть. Он же в горячке лежал, когда немцев убили. И эта справка может стать его алиби. Если об этом узнают в комендатуре, ну у вас же есть там связи, придумай. Дай всем засыпаться. Нет, дружок, мы на это не пойдем. Жизнь одного человека не стоит всех остальных. Немцы тоже так рассуждают. Для них жизнь вообще ничего не стоит. Люба, прекрати, ты понимаешь, о чем я говорю? Если есть хотя бы один шанс спасти Виктора, его надо использовать. Может, мы помочь чем-то можем? Что делать? Сидеть тихо. И другим передать, чтобы не дергались. Люба! Люба! Так скройтесь, чтобы вас не заметил никто. Оставшееся зерно отправите на переработку. Муку, мешки и на погрузку. Зарубите себе на носу. Мука нужна немецким солдатам. А кто будет увиливать от работы, попробует вот это. На вкус. Надзирать за вами будут еще строже. Дело государственной важности. Я тут внес предложение. И господа немцы его всячески одобрили. С сегодняшнего дня за украденное зерно расстрел на месте. Ясно? Ясно. Громова, иди сюда. Ульяна Громова, ваш новый бригадир. Она вам спуску не даст, лодыри. Прошу уважать и бояться. Чего встали? За работу. Быстро, быстро! Ренату здесь. Паршивый план и паршивая идея с самого начала. Какая есть? Надо убедить Вильгельма, что Виктор за немцев с самого начала.
Что он мой старый знакомый, что он мечтает работать в кабаре. Тогда выгорит. А если не выгорит, на прием на приказы из центра завалим всю нашу работу, чтобы спасти этого героя. Ты знаешь, что я на это не пойду. Люба, оставь свою затею. Пусть все будет, как будет. Я должна хотя бы попытаться. Фройлейн, вам лучше прийти после 16:00. Das macht nichts. Ich warte. Ничего, я подожду. Какой сюрприз. Откуда ты узнала, что я в городе? Ich hoffte, dass Sie zurückkommen. Я надеялась, что вы вернулись. Ich brauche Ihre Hilfe, Wilhelm. Мне нужна ваша помощь, Виль. В чем дело? Господи, мне надо отдышаться. Можно мне воды? Да, конечно, пойдем. Кто посмел тебя обидеть, моя любимая? Пожалуйста. Sie sagten, dass Sie mich lieben. Вы говорили, что любите меня. Dass Sie zu allem bereit sind. Что на все готовы. Ist das wahr? Это правда? Я с ума схожу от тебя. Ты это знаешь. Тогда помогите мне, Вильгельм. Что случилось? Есть один очень талантливый мальчик, скрипач. При советах его зажимали. Он так обрадовался приходу немцев. Я собиралась ставить с ним номер в кабаре. Он гениально играет. И вдруг я узнаю, что бедный юноша арестован вашими, и его подозревают черт знает в чем. Как его зовут? Виктор Третьякевич. Ах, вот о ком речь. Этот человек подозревается в убийстве двух немецких военнослужащих. Расследование ведет сам полковник Ренатус. И нет никакого сомнения в том, что ваш музыкант будет казнен. Это какая-то ошибка. Он не способен на убийство. Я уверена. Он невиновен. Значит, он будет казнен в назидание тем, кто виновен. И вообще, с какой стати ты за него просишь? Он твой любовник? Что? Он не мой любовник. И никогда им не был. Я пришла, потому что думала, вы цените искусство. Виктор – большой музыкант. Он мог бы стать в будущем гордостью Германии. Но я не имею права настаивать.
Если позволите, я пойду. Идите. Я вас не задерживаю. Я не потерплю соперника. Какая симпатичная русская. Мой вам совет, дорогой романтичный друг. Никогда не совмещайте личную жизнь и работу. Что было нужно этой русской девице от офицера Третьего Рейха? Елена Николаевна. Леночка. А я к вам, меня мама к вам прислала. Какая ты красавица. И одета, как принцесса. Ой, да что ж, я проходи в дом. Еленочка Николаевна, а я к вам по делу. Мы шили мне новое платье из настоящего шелка. Вот, и там осталось много ткани. Мама сказала, может быть, вам пригодится. Да, конечно, пригодится. Конечно. Ой. Спасибо. Какая красота тут у вас. Ой, Леночка, а ты покажи платье-то. Сейчас. Боже мой, какая прелесть. Я никогда такого фасона не видела. Это где же ваша портниха такую выкройку взяла? Да это все папа. Ему немцы презентовали за хорошую работу. Два отреза. И немецкий журнал с фасонами. И нам ничего не надо было делать. Мы просто пришли к портнихе, дали ей журнал и шелк. И все. По-моему, мило, правда, да? Очень. Надо и мне к вашей портнихе сходить. Олежек! Олег! Познакомься, это Леночка. Это дочка моей таты. Ты помнишь тетю тату? Вы даже знакомы и дружили, когда были вот так усенькие. Очень приятно, я Лена. Да, я понял, мне тоже очень приятно. Господи, как рано начинает темнеть. Олег, проводи Леночку до дома. Ой, Елена Николаевна, не надо, я сама дойду, правда. До комендантского часа еще далеко, правда. Да, меня это не побеспокоит, давайте помогу и провожу. Спасибо. Такую красавицу нельзя одну отпускать. Леночка, подожди. Вот. Возьми. Передай маме. Спасибо большое, Елена Николаевна. До свидания. До свидания. Проводи. Что? Да ну тебя, прекрати. Давай, давай. Работаем, работаем. Вот так. Най, их танцы нет. Нет. Ты стал как вам не видишь. Живее. Простите. Най. Аккуратней работай. Прозяба чертова. Уль, ты бы палка не перегибала. Тебе еще с этими людьми жить. Толь. Ну-ка помогай. Ага, сейчас. Что ж вы творите, да? Что ж вы творите? Простите. Сейчас тебе дам, простите. Толь, ты что делаешь-то? Понесли быстро. Работаем, работаем. Что ты стал там? Чтоб собрали все. Да иди, новосёрныш, ко мне да, все да, собрать. Да, да, да. Без толочи. Собираем, собираем зерно. Ой, давай, давай. А ну, стой. Ах ты ж воровка.
Ах ты, мразь такая! Что ж ты творишь, а? Пусти! Вот, господа немцы, полюбуйтесь, какие у нас работнички работают. Ах ты ж варью! А ну, пусти! Я тебя! Иди назад! А ну, пусти! Я вас проучу, как у них защититься. Так, вот немцы, хлебушек вырывай. Зараза такая. Ну-ка. Воруют, господин лейтенант, воруют. Я шесть. Оля! Нет, но война это плохо, конечно. Наверное. Да. Но с приходом немцев столько перспектив открылось. Столько новых вещей появилось. Ага. Вот, например, платье красивое. Угу. Здрасте. Да, очень красивое. Да, и скоро киноклуб откроют. Там будут танцы, кино. А ты кино любишь? Да. Документальное. В нем есть... правда жизни, а для меня самое важное, чтобы правда была, а не чья-то фантазия. А танцевать? Я больше смотреть люблю, как танцуют. Скоро комендантский час? Да-да, мне пора. Что сел? Потрох, подъем! Давай пошел! Олег ходил провожать Леночку, дочь моей подруги. Чудный ребенок. Красавица, умница. И я вижу Олег. Сразу понравился ей. Ма, выйди на улицу. Рупором, что все знали, что я Леночку провожал. Ну, Олег, не сердись на меня. Надоело. Надоело! Надоело мне! Танка. Спасибо. Все было очень вкусно. Все матери одинаковы. Мы для них всегда остаемся детьми. Твоя мать искренне думает, что ты без нее не справишься. Не стоит на нее сердиться из-за этого. Она со всеми такая. Может быть, из-за этого они с отцом развелись. Будь к ней снисходителен. А у вас есть дети? Нет. Нет. В молодости я был застенчивым, понимаешь? Давайте по-русски. Когда я был молодой, я боялся женщин. Правда? Я. Потом я... стать вирас и получил профессион. Профессию, да. Да. И женщины интересуют меня... Мной. Мной. Но у меня не было время заводить романы. И так моя профессия быть моя семья. Становится сыро. О, да. Пойдем в дом. Ком-ком.
Ваня, я больше не могу. Мы тут танцуем, а его там. Отыграй, пожалуйста, за меня следующий номер. У меня голоса нет. Ничего. Посмотри вон туда. Guten Abend. За мной. А я уж было потеряла надежду, что получится. Вильгельм подумал, что мы в отношениях, и взбесился. Но все-таки любовь в нем победила. Что они тебе сказали? Ты должен являться на допросы? Не знаю. Меня вытащили из камеры. Сунули футляр в руки. Сказали прийти в кабаре. Больше никто ничего не говорил. Как у вас получилось? Любке скажи спасибо. Она все устроила. Мы все сделаем. Ты будешь медведем со скрипкой. Ваня, ты цыганом. Сыграешь им в Ополе «Березка стояла», будет достаточно. Помоги надеть. А, извините, а там капитан Рейнхард просит спуститься вас за столик, и вот. Ну что ж, за твое освобождение Вильгельм достоин поцелуя. Любовное письмо. Это не Вильгельм. Setzen Sie sich, Fräulein. Присаживайтесь, Фройлен. Ich bin froh, Ihre Bekanntschaft zu machen. Весьма рад знакомству. Möchten Sie die Blumen? Вам понравились цветы? Sie sind toll. Они великолепны. So wie Sie. Как и вы. Ich gebe zu, ich kenne mich nicht. Я, правда, не разбираюсь в танцах, но всецело доверяю капитану. Капитан обещал мне показать русского виртуоза, второго Паганини. О, я. Я и сам немного играю на скрипке. Будет любопытно послушать вашего скрипача. Шампанье? Шампанского? Данке. Благодарю. Дох их мехтен. Я не буду. Битте. О, прошу прощения. Я забыл, что все русские предпочитают водку. Я не пью спиртного перед выступлением. Благоразумно. Как говорится, с водкой дружить, здоровье пружить. Так вы говорите. Вы интересуетесь русскими поговорками? Они прекрасно отражают русскую натуру и лучше помогают понять мне русских. Русские как дети, которые не имеют страха. Однако стоит взрослым поймать их за руку, тут же начинают плакать и просить прощения. Они могут быть полезны, если только ими руководить. Русский медведь всех вас съест, но если дать ему по башке, он... ...играет на скрипке. Играй, русский медведь. Играй, душище, что хочешь. Играй, русский медведь. Это и есть виртуоз? В таком случае его не жаль расстрелять. Нет, нет, иди сюда. Давай, играй. Пора заканчивать, господин капитан. Самое интересное мы уже посмотрели. Херенац.
Я прошу вас, останьтесь до конца номера. Вас ожидает сюрприз. Прошу вас, только до конца номера. Раздевайся. Зачем? В зале Ренатус, он большой знаток музыки. Играй, как в последний раз. Слушай, я даже не знал, что ты такой талантливый. Все получилось. Ты пойдешь с нами. Давай быстрее. Was ist los? В чем дело? Wir haben Befehl. У нас приказ. Komm, beide. Давай бегом. Признаюсь, немного похозяйничал с вашим инструментом. Заподозрил, что вы обладаете старинной скрипкой. Оказалось, обычная заводская подделка. Знаете, зачем я здесь? Казалось бы, что такое две жизни против наших потерь на фронте? Но это не рядовое преступление. Убийство наших военных на оккупированной территории – это... нарушение закона и порядка, на котором стоит вся Германия. И пощечина лично мне. Поэтому я здесь. Считайте меня ищейкой с отличным нюхом. Я чую ложь, как другие чуют запах тухлой рыбы или ароматы духов. От этой папки просто несет ложью, от нее воняет. Я сказал правду, я не видел никаких немцев. Я болел. У меня справка есть, она в полиции. Доктор подтвердил, что у вас была горячка с осложнением на сердце и легкие. Вы были в беспамятстве? Да, я ничего не помню. И вас больного выселили в сарай. Конечно. Выгнали больного, вели себя шумно, орали немецкие песни. Они вели себя нормально. Люди как люди. Выходит, кое-что вы все-таки помните. Когда они заселялись... Я еще так сильно не болел. Вы знакомы с неким Степаном Борисенко? Нет. Странно. Несколько лет назад он проживал в вашем районе с вами по соседству. Я что, должен каждого соседа в лицо знать? Не видел я его, не помню. Вы прекрасно играете на скрипке, Виктор. Лгать вы не умеете. Я говорю вам, что докопаюсь до правды, совсем как собака, которая чувствует глубоко зарытую кость. К вам в дом подселили двух немцев. Выселили вас больного в сарай. При
приводили в ваш дом проституток, осквернили ваш семейный очаг. Вы решили отомстить. Вы прекрасно знаете местную окрестность. Вы знали, когда и как, по какой дороге они двинутся. Единственным свидетелем был полицай Степан. Он мог единственный подтвердить, что вы били в сознании, когда немцы вселялись в ваш дом. Вы убили Степана, забрали в мотоцикл, догнали несчастного офицера и его денщика и застрелили их. Они даже не успели добраться до перелеска, где стоит наш блокпост. Нет, нет, я их не убивал. У меня даже оружия не было. Их убил кто-то другой. Кто? Бандиты, воры. Я не знаю. Бандит не станет нападать на двух вооруженных немцев на большой дороге. Нет, это не бандиты и не воры, и не уцелевшие партизаны, как считает Соликовский. Простите, а почему не партизаны? Я уничтожил всех партизан в этом районе. Всех до единого. Это вы сделали это преступление. Я же остался. Если бы я убил, я бы стал скрываться. Я не убивал. У меня нет оружия. Я болел, у меня не было сил, я лежал. И зачем мне это надо? Так и будем ждать, пока нашего командира расстреляют. Наш товарищ погибает, а мы ребят, ребята, нужно подумать. Нужен план. Я готов. Да. Все, да у меня есть план. Мы окружаем комендатуру, и я его вывожу. Да, да, да. Да замолчите вы все. Вы партизаны или первоклашки? Мы не можем сейчас ничего делать, только ждать. А чего ждать? Мы уже убьют. Обсуждение закончено. Расходитесь по домам и без самодеятельности. Пойдем, либо нам пора. Это приказ. Ждите нашего сигнала. И не провоцируйте немцев. Симфония утра. Великолепная симфония жизни. Каждый звук в ней ценен. Вагнер был гениален тем, что соединил, наконец-то, жизнь и музыку в единое целое. Вы любите Вагнера? Нет. Мне нравится другая музыка. Разве есть на свете гений, хотя бы равный ему? Нет-нет. Знаю, скажете о Бетховене, о Моцарте, но они были ненормальны. Бетховен был слишком оторван от жизни, а Моцарт легкомысленен. Мотылек. Сгоревший от случайного огонька. Кого вы считаете выше Рихарда Вагнера? Народное творчество. По законам военного времени вы приговариваетесь к смертной казни. Через повешение. Через 3 часа вас казнят. У меня есть 3 часа, чтобы поспать. Распорядитесь отправить меня в камеру. Достойного вагнеровского героя. Вы совсем не боитесь смерти? Я устал от философии. Хочу тишины. А я люблю пофилософствовать. Мне бесконечно жаль терять такого собеседника и прекрасного музыканта. В моих силах помиловать вас. Ведь жизнь — это бесценный подарок. Тем самым я нарушу порядок, который для меня Бог. Первый раз не могу принять решение. Ну что ж, пусть решит судьба. Орел или решка? Решка. Ну что ж, это судьба.
Вы свободны. Надеюсь, мы еще увидимся. Да, войдите. Херр Оберст? Господин полковник, могу ли я предложить вам кофе? Данки, Хаутман. Зе коммен рехцайтиг. Спасибо, капитан. Вы вовремя. Извините, но этот скрипач, вы действительно считаете его талантливым? Почему вы отпустили его? Он хороший музыкант, но это не главное. Парень был обречен, а я подарил ему жизнь. Спасибо. Теперь он мой должник. Запомните, Шон, так и вербуют агентуру. Когда придет время, этот мальчик нам очень пригодится. Рассказывай подробно, почему он тебя выпустил? Мы сыграли в «Орленку». Его ставкой была моя жизнь. Мне просто повезло. «Орленка» с Ренатусом? Бред и горячка. Ядрёна вошь! Живой! Витька! Почти целый. А может, он тебя нарочно выпустил, чтобы проследить? За мной не было слежки. Я в этом уверен, я проверял. И что? Ты хочешь сказать, что он просто вытащил монетку и предложил сыграть? Да. Подкинул монету и отпустил. Ну, а теперь постарайся вспомнить. Может быть, невзначай, случайно. Ты о чем-нибудь проболтался? А ну отставить! Это что такое? В чем дело? Что это за допрос? Давайте радоваться, Витя цел. Витя, мы рады, что ты с нами снова. Витя, команда тебя ждала. Ладно, Витя. Раз в неделю будешь выступать в кабаре, чтобы не было вопросов. Когда поправишься, приходи, мы сделаем тебе номер. Вечером ждем всех в гроте. Есть задание для отряда. Ну ладно, пока. Счастливчик. И сегодня неплохо поработать, так что можно это немного праздновать. Я знаю, пивная в парк. Ох, я никогда не пробовал пива. О, Виклиш, ваше пиво, конечно... Все сидим. Давай на разгрузку. Это не то, что реальный Дойчланд, но тоже ничего. Ты обязательно должен попробовать, Толик. Это большое удовольствие в жизни мужчина. Выпить кружку холодной пива после трудного дня. Я бы очень хотел, но у меня сейчас свидание. А. Она хорошая девушка, но я... Не понимаю этих женщин, они такие... Не стоит пытаться понять женщин, Олег. Олег. Есть простой рецепт, как завоевать любую девушку. Фрау Эробет. Верхес? Какой? Не спрашивай ее ни о чем. Хватай ее и целуй. Поцеловать и все? Целуй и покрепче. Халуй фашистский. Да тихо ты, Ген. Так, давай на склад. Генка, ты чё, давай домой. Домой, домой давай.
Притормозите, пожалуйста, я выйду. Остановитесь. Олег! Под четким руководством ГОПФа оборудование наладят очень скоро. По моим сведениям, он обещал коменданту Гидеману, что запустит шахту номер один к концу октября. И тогда уголь огромными эшелонами пойдет прямо в Сталинград. На радость немцам. Так, все, я беру его на себя. Мне нужна его фотокарточка и прекрасно. Спасибо вам, Сергей Тюленин. Это крайне важно. Именно поэтому слушайте меня очень внимательно. Так, давай. В течение нескольких дней я следил за ГОПФом. Изучал его маршруты, привычки, и, по-моему, они никак не меняются. Он приезжает на шахту к 11 часам утра. Так. Работает там до 17:00. Он заканчивает работу и едет в дом Елены Кошевой. Елена Кошевая сотрудничает с немцами. ГОПФ столуется там, проводит вечера и стал практически членом семьи. У него есть помощник, это сын Елены, Олег Кошевой. ГОПФ работает по ночам и все документы берет с собой. Но иногда вместе со своим помощником он выезжает на заброшенные шахты, это вот здесь. И там что-то изучает. Охраны на шахтах нет, и это наш единственный шанс. Его ликвидировать. Именно поэтому нам нужна точная информация, когда и куда конкретно он уезжает. Какие документы он берет с собой, а какие оставляет дома. И для этого нам нужен человек, который бы втерся в доверие к ГОПФу. Это я. Нет. Нет, Сергей, это не вы. Это другой человек. Это его помощник. Как его зовут? Олег Кошевой. Кошевой? Это который на Садовой Кошевой? Ты что, его хорошо знаешь? Такой промозглый вечер можно скоротать только в баре. Ты жаль терять время, ты ведь говорил, что скоро уедешь. Пока останусь. Появились дела, которые требуют моего присутствия. Хватит! За воровство! Сделай! Это только начало. А, вот ты и попалась. Надеюсь, ты здорово голодная. Тоня, ты чего там стоишь, иди до хаты? Бать, а ты как думаешь, ночью дождь будет, а? Будет, не май месяц на дворе. Вон грозовые-то над хатой понависли. Это хорошо.
Чего вам хорошего? Как зарядит, так до самой зимы. Ложись. Че сидишь? Ложись. Господи, Серега, ты что? Серега, ты пьяный, что ли? Ой! Ой, Лешка! Лешка, помогай! Ой. Его били, что ли? Тихо, тихо, веди его! Ой. Спи! Ой. Ложись, ложись, ложи, ложи его, ложи! Ой, воды неси, воды! Ой, Господи! Ой, мамочка! Ой, тише, 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 ты тебя испугаешь! Ой. Дошлялся. Дошлялся, сволочь. Себя не жалко, детей пожалей. Всех ведь к стенке поставят. Ой, ой, ой. Тихо, тише. Все, 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 все. Ой, ой. Всем дорогу.